И всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, с Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас называется FNAF Roleplay. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, вот, о, Димон, Димас, вот я. Ты? Ты карлик, Димас? Я, чё я маленький, чё за... Ребята, чё я маленький, я, получается, чили-пиздрик. Да, ты ребёнка. Тут автоматы стоят, тут все стоит. Я могу присесть, посидеть, отдохнуть, так. Так, Димон, отлично. Давай, показывай, изучаем пиццерию твою. Данная пиццерия представляет из себя пиццерию. Пойдемте. Пойдемте, вам покажу, где что находится. Так, так, так. Здесь находится голова Чики. Красиво. А, ну, тут ходит, как обычно, какой-то дурачок без ноги. Так, идем в вентиляцию. Давай за ним победим. Может, у нас. Он какой-то стрёмный, обгоняем его. О, блин, это FNAF 3, ёлки-моталки. Блин, у чувака что-то с головой. Ух ты, ух ты, ух ты, а что она тут поставила? Какую? Димон, все по канону, все четко сделано, мне нравится. Луки. Гитара, все есть хлам, все сложено. Тут какая-то кислота, кислота, Димас. Где кислота? Во-во-во, кислота какая-то. Точно, челика сожгло. Офигеть. Так, а что будем делать? Не знаю. Давай дальше, пойдем сюда. Я ребенок, мне ничего делать не надо. Ну, ты, конечно, офигевший. Идем на улицу еще прогуляемся, может там еще что-то есть? Подожди, я летаю, Дима, смотри. Какого фига, ноу клип. Ой, я умер. Так, могу плакать. А ну поплачь, поплачь. Ну вот, смотри, поплачу на тебя. Горем убитый. Так, давай сюда зайдем, поиграем. Тут получается, Димас, не такая уж и большая пиццерия. Я думал, побольше будет. А тут же получается все пиццерии в одном режиме. Да, давай, Димас, вернемся все-таки обратно. Пошли. В лобби и посмотрим еще какие-нибудь пиццерийки. А мы идем и идем в пиццерии гулять. Давай, пусть заходим, точнее, выходим. О-о-о-о. Я что-то на улице появился, поэтому очень красиво все сделано. Я думал, мы в лобби пойдем. А это не лобби? Нет, походу... Я шучу. Так, я зайду сюда. А, мы вернулись в пиццерию. Тю, блин. Я обратно, Димас. Там ничего нету. Пиццерия Фредди Фазбер пиццерия. И чё, куда идти? Давай... Не знаю даже. Блин, хочется все посетить, Димас, очень. А не получится. Ну да, Фредди Фазбер... Пиза. Пиза, погнали, пиза. 1993 ну-ка. Год. Ничего себе, это что, машина времени? Телепортирует нас в прошедшее. Так, так возьмем... буду челиком все равно. Я возьму аниматроника. Тут так они прикольно нарисованы. Криво немножечко даже. Че, я вообще меньше стал еще? Так, Диманчик, где ты? Так. Человечек, беру я кого? Охранника не могу. Повар. Полицейский. Менеджер. Менеджером буду, Димас. Как всегда, я менеджер. Будешь заведовать пиццерией. Так, ну давай, ты заведующий, показывай, что у тебя тут есть, какая у тебя пиццерия. Давай, обзор этой пиццерии. Ну это, как всегда, шалопай, который ничего не делает, он тут ходит. Тут. Это подчиненные твои. Да-да-да, уволить надо его скоро. Это получается у нас что, FNAF 1? Да, это FNAF 1. О, а что тут кот какой-то? Смотри, кот. Это котяра какой какой-то. Это бот? Кот. Угу. Ого. Димас, зайди на кухню, тут офигенно. Иду. О, ребята, это круто, реально. Берешь тут прям, смотри, погрузка идет, люди что-то работают здесь, машины ездят. Что, большой город, что ли? А, это за скрипто. Девочка. Девочку сбила. Так, хочешь, Димас, пиццы? Угощайся. Только о, давай. Только размером тебя, Димас. Я хотел на коробку запрыгнуть, но не могу. Я тоже могу сесть. Все, сидим, пиццу хаваем. Погнали. Два дурочка зашло на сервер. Я буду на жопе, как некоторые собаки так делают. А я еду на жопе куда-то, не знаю куда. Я летаю. Вообще, мужик. Так, что у нас здесь? О-о-о. Заходи, Димас, этот, на сцену. Кнопочки понажимал. Чё-то тебя не вижу, где Димон ты? А я на сцене. Я на сцене.
Так я... Мы, который рядом на сцене была, Фокси. А. Мимо меня прошел, что ли? Я думаю, та сцена основная. Не-не. У, рычаг есть, давай его нажму. А это открывает шторки, видишь? Открывает, закрывает шторки всякие. Все. Сегодня выступают Димон Покемон и Димас. Так, показывайте, что вы умеете делать. Я могу на жопе крутиться. Хорошо. А моя способность летать. Классно, да, способность. Могу, Димон, плакать. Я могу летать. Какой ты молодец. Моя способность все равно, Димас, крутится. Я тоже, ах ты обманщик. Я теперь, как и ты, крутой мужик. О, на сцене уже кто-то пришел. Хочу, Димон, сказать, что нету багов, но, наверное, сейчас скажу, и будут баги. Да. Так, о, мастерская. Круто. Здесь как жалко эндоскелета, он как-то опечатался. О, Димон, пошли сюда. Ого, это что? Тут что-то проводка у них запуталась. О, крутенько. Ну что, Димас, приступим к изучению. Будем все клацать подряд. Я сейчас все поклацаю тут. Там музыку можно включить. Это комната администратора. Сейчас, походу, мы, Димас, все испортим тут. Нет. Я посмотрю, как все выглядит. О, тут за кулисы. Смотри, мы сцену закрыли. Прикольно. Смотри, Димон, тарелочки разложены, куча всего. Гостей много будет, только стульев нет. Игровые автоматы. Люди пошли в сцену открывать. Это мы закрыли. Так, а вот, мы еще там не были. Пойдем сюда. Иду. Димас. Иду, иду, иду. Вот. Вот тут дверь какая-то, мы в ней точно не были. О, мое любимое. О, парашники. Так, смотри, какой билли... Ого, что он светится, аж? Туалет светится. Это золотой туалет, серебряный. Смотри, как Димас сел на туалет. Ноги только провонял говном. Смотри. Чего ты? Я тут сел прям в туалет. Че, нормально получается, Диман? Да. О, кто-то свет отключил. Ничего себе, мужики, вы чего? Темно. Включайте свет. Это ночь, может, настала? Все, сейчас аниматроники начнут нас пугать. Да не, ты думаешь? Да, пойдем на улицу, тут что-то некомфортно. О, я возле огня погреюсь. Как классно. Это что, коробочки? А я думал, сыр. Угу. О, даже эта шняга закрылась. Ворота. Это я закрыл. О, пиццу кушаю, Димас. А где ты взял? А я... Не знаю. Ну, ты же, наверное, главный. У тебя всегда пицца есть в кармане. О, у меня одна протухшая, другая нормальная. Не, протухшую... Давай нормальную. У меня протухшую ешь. Так я ем... О, давайте я выкину одну. На. Оп. Так, иди сюда. Оп, оп, держи, держи. Не берется, Димон, ты не можешь выкинуть. Почему? Я не знаю, разработчик так сделал. Так, что-то тут неладное. Не-не-не, что-то не получается. Я не могу выкинуть тебе ее. Ну ладно, тебе не надо ее все равно кушать, вредно тебе для здоровья. Смотри, какой, Димон, фонарик у меня большой в руках. О, это что за женщина? О, тут пати. О, человек... Ананас какой-то. Смотри, что у него на голове. Яйцо? Человек яйцо. Димон, а что не могу кнопку нажать? А ты можешь нажать дверь закрыть? Да, могу. Это просто карлик, ты не дотягиваешься. У меня в руках ножик. В смысле? Ну-ка, Димас, отойди от меня. Я тебя порежу, иди сюда. Давай-давай, иди сюда. Резать буду, резать. Все, Димас, я спрятался от тебя. Сейчас я тебя найду. Я знаю, где ты. Не-не, я хорошо спрятался. Вот ты валяешься, вставай. Я тебе буду на лице топтаться. Вставай, мужик. Я тебя спрятался. Блин, а тут можно в прятки поиграть, ребята. Может, свет можно... А, Димон, вот свет включить. Давай, включай. Нет, ты не включил. Во, и... О, все. А, нет, ничего. А что, света нет? Темно вообще, как в жопе. Может, по сценарию так задумано? Что, Димас, погнали другую пиццерию исследуем? Пошли. Во, вот здесь мы... Или мы... А куда мы шли, кстати, не помню? Я уже не помню. А, мы туда шли, вот здесь мы не были, давай сюда. Все, пошли. Заходим, заходим. Го. Мы телепортируемся Let's go. Еще дальше, Димас. Это FNAF 2.
Мы были в 97-м году, а теперь в 87-м году будем. О, ты сейчас своих родителей, Дима, встретишь. И тебя. Ого, ты, Дима, шляпу себе на голову. Шляпа на голову есть. И ты тогда, и посмотри прямо в нее от первого лица, ты ничего не будешь видеть. Нет, тогда не надо, смысл. Ну да, согласен. Так, я изучаю пиццерию, это очень крутая пиццерия, тут кто-то лазит. Все тут ходят куда-то. Тут очень много всего. О, тут куда... А что тут пустая комната, очень странно. А, так. Там вентиляция. Чувак. Я, походу, на улицу сейчас пойду. А, нет, я не на улице. Ого, тут куча комнат. Сцена. А здесь? Аниматроник танцует. Отлично. О, Чика гуляет. Димон, я иду там, где охранник стоит. Охранник? Угу. А где ты вообще был? Ну, исследовал пиццерию. А я тебя вижу, я короче, в этой... Тут вентилятор очень крутой, ветер мощный с него идет. Вот это мне нравится. О, тут вообще пати такой, зажигать можно. Да, здесь тусовка у нас, все четко. Все четко, здесь тусовка. Так, все танцуют. Куча аниматроников с разных частей при том. Ого, я, короче, поворачиваюсь, да тут аниматроник сидит на меня, смотрит. Офигеть, зайди сюда. О, Димон, ты видел, Мангл по потолку лазит тут? Ты, Димас, на что? Моей голове. Один на одном лежим, стопкой лежим. Дима, на представь, они нас не видят. Да, они нас по-любому не видят. Я не могу двигаться, что за говно? Ну, мужик. И тот лезет, ну куда ты лезешь? Места нет. Я не могу выйти. Смотри, как я яичками так... А, все. Смотри, красивенько лежу. Я вообще... Голова торчит из-под стола и улыбается. Интересно, а что тут дарят вообще? Как думаешь? Да подсрачника тебе дадут и все. Подсрачника. Это в лучшем случае. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!